Ветеран Великой Отечественной Италя Катанчиевна пишет очередную книгу. Несмотря на почтенный возраст, свои воспоминания о тяжелых 40-х, кавалерист, воевавший в составе знаменитой 115-й кабардино-балкарской кавдивизии, намерен печатать на подаренном ноутбуке. Пятое по счету издание появится теперь очень скоро. Уверены его родные, вспомнить есть что, о чем будет рассказывать в своей следующей книге, автор уже четко представляет. Вы знаете, я говорю каждое слово. Напишу в районе Прутков. Это в Белоруссии. Есть такой населенный пункт, где располагался немецкий армейский склад. Как мы захватили вот этот склад, там были сейф несгораемый, сейчас помню, там были наши советские деньги красного цвета, 30-рублевые, как сейчас помню. Теперь эту важную задачу вместо шариковой ручки на себя возьмет новенький ноутбук. Не забыли и о принтере. Буквально пару месяцев назад Катанчиев обратился к председателю районного совета ветеранов за помощью в приобретении техники. Вопрос решился легко и быстро. Председатель организации Мухаммеда Шахабахова в этом деле поддержала президент нотариальной палаты КБР Ануса Целоусова. В беседе с ними ветеран рассказал об истории создания самой первой своей книги. Она была написана в защиту 115-й кавалерийской дивизии, когда партия не признавала заслуги военного подразделения перед Отечеством. Тогда произведение смогло пробить брешь в стене лжесвидетельства.